В Беларуси вырос размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Этот норматив пересматривается один раз в квартал, и его размер зависит от среднемесячной зарплаты за последние 3 месяца. В этом году перерасчет произведен уже 4 раза в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума с первых чисел февраля, марта, мая, августа и 2 раза в связи с ростом среднемесячной зарплаты за квартал с 1 февраля и с 1 августа. Национальным законодательством предусмотрена разветвленная система пособий семьям в связи с рождением и воспитанием детей. Всего назначается 11 видов пособий. В прошлом году на эти цели потрачено около 17 триллионов рублей или 2% от ВВП. В стране реализуется программа семейного капитала, а женщины, воспитавшие 5 и более детей, награждаются орденом матери. Активно развивается государственная адресная социальная поддержка семей, имеющих низкий уровень дохода, либо оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в виде 5 социальных выплат. Развивается система социального обслуживания. Предусмотрены такой вид помощи, как социальная передышка, освобождение родителей от ухода за ребенком-инвалидом на определенный период времени для восстановления сил, решения семейно-бытовых вопросов. В последние годы в Беларуси отмечается рост рождаемости. В прошлом году на свет появились 119 тысяч детей. Это самый высокий показатель за последние 20 лет. Больше становится и многодетных семей.